Я выросла в Сакраменто с 8 лет, потом в Розвилле жила 5 лет, немножко на Аляске у нас родители. И недавно замуж вышла, мой муж живет в Paradise, и я переехала в марте, 8 месяцев там уже жила. И начала работать for the town of Paradise, государственная работа. И в четверг утром, как обычно, просто пришли на работу все, и у нас работники самые первые услышали, что вроде бы пожар где-то, и сразу за минуты все небо такое, все небо в тумане, это как будто тучи, дым везде, аж пепел начал падать. Я только думаю, мой сын в школе, и люди начали сразу бензин заправляться. Я думаю, моя машина на нуле. Я отпросилась, я думаю, мне сына надо забрать и заправить машину. Если бы я вовремя не уехала, я бы там застряла, наверное, и до сына бы не добралась, наверное. Позвонила ему, чтобы он быстренько собрал свои вещи, которые может, захватила его. В машину мы сели и уехали. А муж работает час от города. И пока он приехал, уже все заблокировано было, и он не смог ни назад, ни приехать, ни заехать никуда. Я еще думала, что у нас дом будет стоять, мы еще приедем, ничего страшного, еще вещи там заберем. И ничего такого, вообще даже не верится, что так случилось. А сейчас мы просто, мои друзья и родственники, и родные открыли нам GoFundMe page. And я хотела сказать всем спасибо большое, которые пожертвовали. Мы сейчас собираем хоть на депозит, на рент, где-нибудь найти, где будем дальше жить. Сейчас как-то все, мы даже не знаем, где будем жить сейчас, пока.